В Югре присоединились к всероссийской акции «Елка желаний». Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Инициатива действует в нашей стране с 2018 года и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан. Представители государственных учреждений, коммерческих организаций. Присоединяется президент России Владимир Путин. В этом году акция действует до 28 февраля 2024 года. Заявки на участие принимают через официальный сайт акции «елкажеланий.рф». Уважаемые югорчане, все мы родом из детства, вспомните, сколько радости приносили нам новогодние чудеса. Как мы готовились к празднику, загадывали самые заветные желания, с нетерпением ждали их исполнения. Порадуйте себя серьезного, взрослого, детскими улыбками. Станьте добрыми волшебниками, подарите радость тем, кто особо в этом нуждается. Найдите своего мечтателя на официальном сайте «Елки желаний».